Сейчас мне Володечка прокурит. Сергей Павлович, передайте, пожалуйста. Глубже подышим, очистим воздух. Проингалируемся. Мочай кошек. Как в сарае. Братья мои, заходим. Дети, взрослые, все заходим. Дети, заходим. А что тут черного делать? Траву? А что? Пуст. Пуст, что ли? Как сегодня воскресенье. Сегодня можно растительное масло в полный рот. Можно прям ручками. Мысли, потому что никакого нет, помоги. Да сейчас не надо, не надо, не делай. Сейчас там уже поздно, да, и с боржоми. Почки уже спали. Не первый раз. Ну и все, подожди, какой платочек хороший. В воскресенье всегда две девочки. Сюда? Да, вон. Сегодня имеющие уши слышать, да слышат, сколько можно повторять. Заходите. Начинаем. Царю небесный, утешитель души истины и жизни земной, и все исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди все веселый и очищены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Тебе же славу славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Чей телефон зовите? Тихо. Батюшка, кто это? Да балуется там, как всегда. У Игнатия Тихоновича. Бомбят меня. Бомбят. Заблокировать номер надо, да и все. А там нету у него уже. Один и тот же. Понятно. Поставьте беззвучный. А без звука у вас нету, что ли? На беззвук. Я послушал. Алло, алло. А беззвук есть у вас там? Да, конечно, есть. Звук уберите. Функция беззвучная. Уберите звук тогда и все. Будет вибрация. Ну, конечно. Давайте уберем. Не надо убирать. Это самый пока простой метод, когда они меньше всего будут вести. Целую неделю не было. Да они будут звонить, только звука не будет. А будет вибрация и все. Вибрация у вас будет на телефоне идти за место звука. Мне не звук. Главное, что телефон-то он все равно понимает. Звонит и звонит. Я утром встал, 50 звонков за ночь. Вы мешаете вести собрание? Дедик, кто? Вот так, как у меня отец. Понимаете, нет? Заблокировать тогда у меня только на 10 человек. На беззвучной поставьте, на вибрацию. Ну, поставь, потом поставишь. Да все, ты что буду делать тогда? Что, я звука боюсь, что ли? Что вы мне советуете? Я боюсь звука, вы мешать сейчас будете. Ничего не будет. Я сразу, секунда одна. Лучше спать не будете. Прямо, старовляй. А то ты первый раз знаешь это. Давай, читай уже. Я вам этот канон читал же там под этой баюканье это. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Евангелие от Иоанна, 1 глава с 43 по 45 стихи. На другой день Иисус восхотел идти. Ну, ничего страшного, нормально. А что там, давайте, что там толпа делает, я не могу понять. Заходите сюда, ты что? Надя! Надя у них на работу. Ну, она на работу, а другие-то? Домой все, что ли? Как так домой? Даже Андрей здесь. Он сейчас все время, да, извините, он все время, да. Он все время не остается на занятия. Ой, давайте уже читать. Иоанна 1:43-45. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною».
Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Толкование. Речь Господа не просто говорила, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к нему, как и Клеопа со спутником говорят. Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге? Лука 24:32. Так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как увидел его, тотчас убедился и говорит: «Мы нашли Иисуса», а это показывает, что он искал его. Сей город был небольшой и прилично мог быть назван деревню. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что он лучших учеников избрал из среды, не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его назарянином, хотя он, собственно, был вифлеемлянин, потому что он родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называют его назарянином, как воспитавшегося в Назарете. Евангелие от Иоанна 1:46-48. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди, посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Толкование. Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писания, что Христос должен прийти из Вифлеема. И потому говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит: «Пойди и посмотри», зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает его речей. Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его. Ибо слова его происходили не от недоверия, а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. Господь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа, то, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не было под смоковницей. Однако же Христос, и не быв там, знал все, почему и говорит: «Я видел тебя, как ты был под смоковницей». Господь заговорил о Нафанаиле, прежде чем приблизился Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о смоковнице и о прочем, о чем он говорил с Нафанаилом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 по 51 стихи. Нафанаил отвечает ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Толкование.
Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его сила более чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедал его истинным Богом, то не назвал бы его царем Израиля, но царем всего мира. За сие он не ублажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению достойному его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого. Принимай, говорит, меня не за просто человека, но за владыку ангелов. Ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при распятии и при вознесении. Ибо, как повествует Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе являлся ангел, и при вознесении. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Татьяна Кузьминична. У нас Тарасий на первом месте, Галя расскажет, что с ним. И Оля, и Муха заболела. Ну, а так все, бабулечки, все наши. Поле твоя, где поле? А это Аполлинария, где? Не холодно, мы же пешку. Да там вьюга, там вьюга, конечно. Леонид, что? Поле? Ну что, я расскажу вам про Тарасия. Как говорится, Господь посетил нас. Всякие болезни от Господа, мы это все знаем, мы должны воспринимать с благодарностью. Без ропота. Ну вот и наш отрок ножку поломал. Поломал в ступне, правая нога с внешней стороны ступни. Там разорвана связка. Как врач сказал, по линии роста, я не совсем понимаю, о чем речь. Она мне показала на снимке, прям видно. Разрыв связки и трещина у него там, перелом. Загипсовали 3 недели, будем учиться дома. Получается, только после каникул придем в школу, придем в храм. Но она его не беспокоит так, чтобы сильно, чтобы ночи не спал или еще как-то. Не беспокоит, слава Богу, да. Она прям мгновенно начала отекать. Мы в школу съездили, ну, нога болит немного, но съездили. Подпрыгнул как-то или что? Нет, подпнул. И все, а потом все больше и больше, смотрю, уже подволакивает, я говорю, ну, собираемся в травмпункт. В общем, все сделали, как говорится, вовремя, оперативно. В пятницу это случилось вечером, уже в 10 часу я только домой с ним приехала. Прошу ваших молитв, не только об исцелении, потому что организм молодой, с Божьей помощью он исцелится. А чтобы Господь и душу обратил, веру чтобы дал. Разумление какое-то. Я с ним уже поговорила. Говорю, сынок, ты подумай о духовной части всего происходящего. Не только ты пнул, ножка поломалась. Отчего-то тебя Господь, возможно, останавливает. Либо остановил, чтоб не было чего-либо более худого. Ну так, а мы еще накануне с ним разговаривали. Он такой: мама, ну ты же вот мне говорила, что Господь останавливает, и все такое. Я с ними прям беседу накануне провела, может быть, в среду, в четверг. И тут вот тебе ногу поломал. Ну, мама, ты того, в общем, что ты то ли мне желала, то ли... Я говорю, нет, сынок, я тебе не желала этого. Но ты пойми, что у Господа на нас свои планы. Мы прыгаем, скачем, как оленята. А Господь ножку подкосит, и все, допрыгался.
А бывает такое, что и шею можно сломать. Вон, говорю, все на Сергея парализованного, говорю. Сколько лет человек лежал? 16 лет? 17. 17, хорошо, 17. А тоже был бравый какой, молодец. Высокий, красивый, здоровый. Физкультурой занимался там, чем? Он сам рассказывал, какой образ жизни он вел. И Господь в одномоментно остановил, что он пошел, вроде бы безобидно, пошел в речке искупаться там с друзьями. И все, все. В общем, веду такие вот беседы. Прошу ваших молитв о всех детях. У нас их не так много. Тут буквально 4 семьи. Загуляевы, Дроботы, Дмухи, Кручины. Вот Полина еще. Прости, пожалуйста, Леночка. Полина Политыкина, да. Все же имена вы знаете. Ну, вы хотите в моем списке? Пожалуйста, уж молитесь о детях. Молитесь о детях. Не только о их здоровье, там, о благополучии, об учебе. Я уж стала разговаривать. Вы знаете, для родителей, конечно, ваша учеба, там, ваша, там, может, кем вы будете в дальнейшем в жизни. Но самое это важно, чтобы душа ваша спаслась. Вот что самое то, что тяготит сердце родителей. Ой, еще как. Виктор Андреевич, уже взрослые дети, уже взрослые, уже сами за себя отвечают, а все равно сердце родителя тяготится этим. Чтобы Господь спас эту душу, чтобы вразумил. Ну вот уже, знаете, как говорится, любыми путями. Я с ними так детьми молюсь. Господи, ты сам знаешь, какими путями. Приведи детей к познанию тебя, к истинной евангельской вере. И вы, пожалуйста, нам помогите. Не оставайтесь равнодушными. Я понимаю, это не ваши дети, это наши дети. Нам за них отвечать. Просто я вас прошу молитвенной помощи. Чужих детей не бывает. Ну, я с тобой согласна, что чужих детей не бывает. Ну, у людей у каждого свое мнение. Поэтому помогите нам, пожалуйста. Спасибо, Христос. Ну, вопрос маленький. Несколько лет назад просили за Игоря Куца молиться. Мы все молимся. Я не умер, не умер. Ничего себе. Давно. Я не знаю. Уже умер. А мы все молимся. Его уж 2 года как нету, ну, больше, наверное. Они объявили, наверное. Или меня, да, объявили, тебя не было, наверное. Я объявлял. Я молюсь, чтобы ему Господь помог. Он помог уже. Евгений Путешествующий, который новенький у нас. Евгений Моих... Путешествующий. Да, на новой машине возвращается домой. Сергей Туболевич. До какого Евгения? Ну, новый. Новенький, который у нас. Ну, до какого числа? До возвращения. Нет, он через сказал, уже скоро подъедет к дому. Ну, все. Сегодня. Еще у кого слово? Я всех благодарю за молитвы, за участие. Спаси Христос. Слава Христу, Любовь. Да поможет вам Господь. Любовь Николаевна вчера звонила. Она не смогла вчера прийти и сегодня на службу не могла. Она сидит с больной. Но она не ходила на все это. Ну и Раиса Николаевна, она тоже говорит, и батюшка будет, говорит, я тогда приеду. На батюшка. Девочки Устиновы, простите, пожалуйста, девочки Устиновы, наверное, тоже в другой храм. Они обычно, когда батюшки нет, они говорят, что мы пойдем в другой храм помолимся. Нынче не отписались, но я думаю, так. У Вали Барышниковой опять очень большие неприятности. Письма, которые она получает по почте, она обнаружила, что все письма вскрывают у нее. И соседи уже, можно сказать, разделили ее жилище. Разделили деньги, которые она только объявление дала о продаже дома. И там уже вот такой какой-то клубок, в общем, как сказать, о сохранении ее жилища нужно помолиться. Все соседи почему-то ополчились на нее, ждут, когда она там продаст этот дом, ждут, когда приедет этот ее племянник, который должен половине, видимо, поселка. Занимался и уехал, и теперь вот скрывается. И теперь они уже там в очередь выстроились, кому, наверное, вперед деньги получать у этого племянника. В общем, оградите вот ее от таких вот нападок. Валя просила помолиться о сохранении ее жилища. Но мы не оградили. Мы не знаем, как-то, но Бог оградит, помолиться об этом нужно. У нее вот большая.
большие неприятности. Она вчера звонила мне опять со слезами, что да, обнаружила, что у нее из прокуратуры пришло письмо. Она жаловалась вот на эту управляющую компанию, которая не собирает отходы, мусор, и только деньги собирают, и еще угрожают тем, кто не уплатил эти деньги за вывозку мусора, который не вывозили они, еще штрафами, там, штрафными санкциями, обращениями, значит, прокуратуры, и все. Она написала письмо, там два человека подписались, и теперь... Это письмо она уже, почтальон, когда принесла ей, три раза было вскрывали, заклеивали на почте. Тоже такие работники у них вот работают сейчас. И она тоже, не знаю, говорит, что делать, как, вот, как ей вот со всем вот этим справиться. А здоровье? Ну, здоровье у нее сейчас лучше. Она у стоматолога, там у других врачей прошла диспансеризацию, лечится. Лечится на лекарства тоже у нее ушло за прошлый месяц половина пенсии. Так вот она мне сказала. Всех так уходит пенсия. Да, так, еще у кого? Игнат Тихонович, вам слово. Неделя поста прошла. За прошлую неделю, вот эта, которая идет, я могу сказать только о необычных встречах, которые у меня были. По общей ничего нет, никого нету. Помолились, все, как будто никто никуда не уходил. 4 дня вместе были. Вижу, во дворе у меня человек. Идет к дверям, стучится. Кто? Ничего не могу понять. Открываю. Вышел. Оказывается, человек ездил в Германию к своей дочери, а дочка смотрит наш канал. И она выслала денег. Выслала денег, сколько там, я как понял, может быть, на визитке даже или на что-то. Немного, ну, факт тот, отдает. Ну, я не так на деньги-то. Деньги-то деньги, я говорю, я не стал брать. Нет, настаивать. Я говорю, ну, давай там так, отдавай вот. Она подала Надежде Васильевне в руки. Я говорю, а теперь, Надежда Васильевна, отдай обратно. Ты придешь и своими руками отдашь, кому я покажу. У кого там ребятишек, ну, это болеет кто-то. Согласилась. А дальше стали говорить, она лекарь, барнаульская, и живет в этом соседнем доме у меня, рядом. Оказывается, она знает, слышит тут все. И как лечит? Она где-то в 60 лет какое-то медицинское закончила. И там это, но молитва. И стал испытывать, она, ну и все это в интернете выставил-то, и отзывы-то пошли. Я говорю, а как ты лечишь-то? Что-то шепчешь там? Нет. Я говорю, в этом грехе очень трудно раскаяться. Я в жизни встретил только одного человека, который понял, что это у него не от Бога. И каялся, и плакал, и страшился. И когда эта душа принесла покаяние, она-то осталась в глазах народа, как врачевательница, к ней идут. И она сидит, бабка, за столом, а кто-то заходит в дверь, она криком кричит на молитву. Она видит не человек, зашел, а сатана. В клиенте она видит дьявола. Вот это тоже начала она говорить. Потом, видимо, ее тронуло это. На улице пошли, я опять начал говорить. Знаете, она мне что сказала? А вот когда мы начали говорить, что об этом-то, я как бы почувствовал какой-то негатив. Негатив. Какой, я говорю, от меня идет? Нет. Я говорю, тут ничего нет, я просто сказал это. В ней что-то шевельнулось, ее там дернуло или как. И дорога, она как остановилась. Когда... У меня, говорит, даже слеза сразу пошла. Значит, думать надо. А я как раз сказал, что это может быть от лукавого, и как эти люди трудно умирают. Она еще напомнила, что бабка занималась этим, как правило, перед смертью. Они кого-то даже дать за руку и передать этот дар, в кавычках, черный. Но она должна была сегодня или вчера прийти. Но ни вчера, ни сегодня ее нету. Если она будет, тогда можем поговорить. Знаете, Марфа... Кажется, Филипповна. А дочку? Помолиться надо. Вот у нас короткая это была встреча, и вот так она. И отзывы, главное, люди, которые смотрят, а там ничего не добавлено. И у всех, которые отзывы дают, и все почувствовали, что что-то неладно. Ну, неладно, это связь с другой силой. Надо, чтобы это Господь тронул. Но главное ее тронуло, что я сказал, знаешь что, Марфа, тебе надо идти на исповедь к священнику. Да мне ничего нет. Я не говорю, что есть. Ну, сходи. Батюшка примет.
потому что один также старичок исповедовался у там иеросхимонаха какого-то старенького, начал, он говорит, я лечу людей, я как лечишь? Ну, молитву считаю, там свечи зажигаю, образ Божьей Матери стоит, иконы, я верующий, я крещенный. А что ты шепчешь? Он говорит, я ничего не шепчу, я говорю и все. И он начал исповедовать днем и закончил уже глубокой ночью. И только тогда он, видимо, он на время отпустил, и он заплакал и говорит, я вот такие слова говорю, а там богохульные. Ну и все. На одного потратил день исповеди. Я говорю, вот как, тебе надо на исповедь сходить. Я просто говорю, как по малому навыку, я к ним не обращался и знаю, что их смерти предают этих людей по Ветхому Завету. Так что к вам я рассказал о том, что помолились. Она живет рядом, вот здесь, в этом доме. Второе. Володя заходит и говорит, какая-то женщина у ворот стоит, это с другой стороны. Ну я вышел, с чего она ходит? Она сразу в слезы. Давай. И все тоже засняли, Володя снимает, и как хорошо, что снимает. А то некоторые, а снимает, то другое. И выставлено это в интернет, кто смотрел. И, ну, я пригласил домой, вижу, она сказала, тем более она из селения, откуда наша сестра одна, из такого там, как городом назвать или как? Город, да. Осинники. Из Осинника. Ну вот, дальше начали говорить. У меня лекарство одно. Молиться, пост объявить. И второе, если я тебе поверю, что это так, такая есть, тогда приглашаю в Потеряевку летом-то. И там мы будем часто вместе, будем молиться. И там по-другому будет все. Там вся обстановка, денно и ночно. Ну, кто у меня был, было, когда плохо, я лекарство какое. А приходи ко мне. Приходил ко мне, плохо было? Хорошо. Ты приходил, как вот улыбается, смотри, как солнышко сидит. Сколько дней прошло. Я говорю, вот так и мы будем вместе вставать, вместе молиться им, и там Господь покажет. Ну, вы были у меня, хлопцы, как оно было-то? Ну, оглядывается, милые мои. Ну, ну не, точно так не били никого. Мне не порядок. Там она вышла замуж за которого, он там военный, все время матерится, и ребенок родился, ну, больной. Я говорю, тем более ему воздух будет и питание, и вам отдельный дом выделю. Вы будете там жить, но будем все остальное вместе, вам спать-то, чтобы не, как думаете, не мешать никому. Вот такие встречи. Все благодаря интернету. И мы каждый день молимся о Тим Бернес или Тимофее, который изобрел интернет. А то интернет, а дьявола. Ну, ты там был, а тебя для дьявола, а у меня не от дьявола. По милости Божией, благодаря брату Сергею Павловичу, заканчиваю, еще может быть одна встреча. Вот они, три тома. Из них я выбрал те стихи, на которые даю комментарии. И то, которые стихи беру, а они оказались меньше трех томиков, 10,22. В 10 раз меньше. А вот эти книги у меня вот, открытым оком, вот 30 тома, там еще трех нет. Это примерно просчитать нужно, я подсчитал так с техникой, 18 раз просчитать с неканоническими книгами Библию. 18 раз это все равно, что просчитать мои книги, не считая Нового Завета. То есть я занимаюсь этим делом и... У вас там про интернет написано. Ну, угу. Это да, другая там цель-то. Цель какая. Тем более, не я ищу, а меня ищут. Я никого не искал. И вот я говорю опять же вам, моим дорогим близким, чтобы вы тоже помолились. Она живет с ребенком больной и живет где-то там далеко-далеко. Я говорю, я еще могу. Ну, я тебе сказал, ты поняла. И все это, когда выезжает, еще снова засняли. Она здесь же всем ночевала. И главное, она как? Как-то там через кого-то узнала, что я живу в Барнауле. И она там, которые поехали, она с ними прицепилась. До Барнаула доехала, они едут где-то, от монастырь-то недалеко, там, Кронштадтского Иоанна-то. Они туда. Она говорит, я не сюда приехала, куда тут этот монастырь? Ну, а дальше-то она с ними там ночевала и сказала, а кому ты едешь там? Да, Лапкин, как они поднялись на нее, это еретик, это там бабки-то, которые там. И она оттуда уехала, даже сумку свою не взяла. И уже стоит у двери. Вот что значит стучить и отворят. И она стучала она или нет? Она меня увидела. Я пошел в печку топить здесь. А дальше уже как? Он не ходатайствовал. И я поверил ей. Вот так.
И она благополучно уехала, и оттуда уже дала знать. И уже на нее вышла наша Велеська Галина. Со мной их познакомил, я с ней буду заниматься. Видите, как это? Не просто я сидел бы, ничего не было. И еще одна новость. У батюшки нашему кто-то подсоединил, в интернет вышел. Это событие немаловажное. Понимаете, он... Ну, раз он не считал, никогда не считал, он... Игнатий Ильич, а тут написано, интернет – это всемирная свалка, разврата и растления, обманное разрушение всех нравственных устоев, да. Личности и семьи. Ничего нет, и так остается в силе. Тем более выше подвиг, что в этой свалке мы умеем найти этих людей. Вот вся от рулетки. Ну, там по-другому ее нельзя назвать, Содом и Гоморра, при том высшей степени. А я там уже фактически 9 месяцев, и примерно нашел 750 человек. Это не 2 человека. И мало того, они, дальше им говорю, даже из мусульман, они отдельно теперь в скайп ко мне приходят. А дальше я их увожу на все ресурсы, и он уже стоит, и видно, Господь уже работает. Другой там где-то сидел, да это не говорил, что сидел, а тот сидел, за что? Там машину угнал. И там, ну, жизнь-то такая нехорошая. Но там познакомился с верующим, тоже умалчивает. Я еще не спросил, за что. И он там принял, уверовал во Христа от пятидесятников. А когда вернулся, теперь, ну, сатана уже скрутил к адвентистам 7-го дня, Елена Уайт. Но что-то душа беспокоит, он опять ко мне просится. Но я ему все это рассказал, больше не звонил. Ресурсы все скинул. Тем более у нас огромный материал. Это благодаря интернету. Это только за неделю, которую, так я еще не всех перечислил. Даже не знаю, другой, в этом, в чат-рулетке, там вообще один разврат. 50% голых мужиков и 95% примерно из общего числа мусульмане. Я говорю, тут самое блудливое, трусливое, все собралось. А как? Никак. Перед Богом. И у меня опыт уже не тот, что я вошел благодаря Сергею Козлову. Он 2 ролика сделал, чат-рулетки-то. Я попросил Бога, Господи, дай мне талант Сергея, который ушел, он ему все равно не нужен там. И вот представь себе, сколько времени, это уже 2-й год я там нахожусь, и каждый день туда захожу. Я благодарен Богу. И мы каждый день молимся за изобретателя телефона Мартина Купера и за Тим Бернерса Ли. Благослови, Господи, воздай добром и обрати их. Вот тебе интернет. Вот если закончишь на этой неделе, все. Я вчера уже начал подсчет, сколько времени на прослушивание того, что ты 40 роликов сделал. Там, ну, 532 раза надо прочитать это. Материал, я только сейчас начинаю осознавать сейчас, непередаваемой силы. Если на меня священники лютовали, теперь они просто будут терять дар речи. Когда это вместе собрано, это насчитано, Сергей Павлович считает, да еще так считает, как Левитан. Ну, это вообще, молитесь, чтобы на пользу дела было. Согласно блаженного Феофилакта, мы никакие, потому что нет проповеди, нет благовестия. Вы у себя скорость увеличите, нормально. И он просто растрепывается, вот я говорю, материал вышел, теперь отдельно. В 5-м томе, вот здесь вот, вот 5-й том. Все эти, что насчитано по порядку, вот оно, покажи его, подними. Все мои 297 комментариев к 3 томам, томам. И где-то 230, кажется... Подчеркивал и показывал. Просто прочитать, обратить внимание на эти слова. Блаженного Феофилакта, повторяю. И с фотографией его там нашли, и все. Труд просто... Теперь это закончено. Вчера я уже начал везде рассылать. Возьмите к себе за помощь. Найди, Господи, новые души. Покажи им, как оживить православие. Православие – это то, о чем говорят святые отцы, а не то, что сегодня любой заходи, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Такой веры нет. Наоборот, не допускай до причастия. Все. Отошел. Спасибо, Христос. Еще у кого есть? Все? Завершаем. Преснопение, трапеза, занятие. Достойны всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло.
Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О Всевышний Создатель и Зиждитель всего созданного, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, услыши, прими нашу молитву и исполни ее о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи Владыка, слушает раб Твой, да слышит. Аминь. Аминь. Буквально одну минуту. Я одну сестру допросить хочу при вас. Так, иди сюда. Нет? Да, иди сюда. Ага. А вы молитесь в это время, чтобы не было ошибки в допросе. Так, послушайте. Когда мы молились, ты выходила во двор, и там видела, какой-то мужчина шел между машинами там или где. И потом ты пришла и увидела, что Игоря мужчина стоит. Как это было? А, вот этот момент. Да у тебя зрение-то нормальное? Нормально. Ну, давай, хорошо вижу. Ну, говори, чтобы понятно было. Ну, я сама такая в расстроенных чувствах, потом, когда узнала, что это не так. Я пришла, ну, на это, мы пришли на вечернее богослужение. На канун. Это было когда? В среду, во вторник? Да, ну, да, нет. На чтение канона Покаянного Великого Дня Христова. Да. Ну, да, после шести. После шести. Ну, это, до шести я пришла. И я занесла сумку, поставила сумку, оставила здесь, и вернулась, и пошла, вышла туда, во двор. Вышла во двор, так все спокойно, и смотрю, какой-то мужчина идет, парень такой, ну, около 30, вот такой вот, высокий очень, и так странно идет, как-то идет он, вот мы все ходим вот прямо вот так вот, когда, ну, в сторону туда идти, где все машины стоят, а мы так прямо, а он идет по краю идет. И я смотрю такое, я и подхожу к нему. В каком направлении? Идет туда или оттуда? Он идет оттуда, от вас, как бы не от вас, а вот идет по той стороне, к забору ближе. И идет, и я думаю, какое приятное такое лицо, такое какое-то чистое, светлое, белое. Я наклонилась вроде так поздороваться. А он на меня даже не смотрит, он как будто меня не видит. И идет. А я так взяла и повернулась за ним. Повернулась, смотрю, он заходит в храм, в наш, в храм заходит. Ну, я думаю, ну, кто-то, наверное, к Натю приехал, кого-то пригласили. Ну, и все, мы кланялись. И когда уже там стали в конце мы петь, Господи... Сил, да. Я коснулась. И поют. И голос этот, я думаю, какой голос хороший, надо же, Игнатий где-то взял. Сейчас, подожди, взял. Подожди, хотите дальше дослушать или уже хотим. Надоело? Пусть рассказывает. Ну, пускай, говорит. Как будто нас там не было. Давай. Ну, и, а я еще слушаю, а Игорь поет,
А он как, Игорь поет, как-то резко обрывает, а он как-то дальше так продолжает. А потом он как-то назад вернулся, так стал ему, ну, как бы в такт, чтобы с ним. Я думаю, надо же, где они нашли такого-то, который как-то может знать, что это правильно, так нужно пить. Я еще так стою и задумалась, думаю, надо бы посмотреть. А некогда, кланяюсь, некогда же это. И уже когда все выходят, и я уже как-то думаю, как бы посмотреть, и думаю, наверное, ушел. Нигде не нашла. Прихожу домой, домой вечером, ну как-то так, все как-то он мне перед глазами. Думаю, наверное, вот Игорь нашел или Игнатий пригласил такого человека, который правильно поет, который знает, как нужно это делать. И я думаю, ой, как приятно было слушать. И потом Володя приходит на второй день уже, я так, это вот на второй день Володя приходит. И я говорю, Володя, кто к вам приезжал? Вот такой-то, такой-то высокий. Он говорит, никого. Я говорю, а кто с Игорем пел-то? Он говорит, Людмила Степановна, да никто не пел. Да я и не смотрел на Игоря-то, что я буду там смотреть? А потом говорит, да сейчас давай у него спросим. Позвонил Игорю, а Игорь говорит, вообще, Людмила Степановна, вас что это? Ну, тем более такой день, там пусто было. Вообще, говорит, вы что? Это что это с тобой? Вас, говорит, может, Нана, говорит, мимп над вами, говорит, уже. Ну, в общем, так, все, на этом закончилось. Да, все. Так, ты все правду говоришь? Не придумываешь? Да нет, я даже вообще ничего не придумываю. А в чем одет-то? Так. Тут ну, два варианта. Одежда, я не одежда, как-то лицо я приехал. Знаете, один юноша приехал там где-то на Афон, и когда моление это должно быть, а он проспал. Проспал и на счастье так глянул, уже все. Он рванул сюда, слышит, уже поют. Он тогда дверь закрыта, как так, поют. Он тогда подтянулся на окно-то и слышит, ангелы поют. То видел, не видел, я не знаю. И он побежал тогда за магнитофоном и записал. И греческий где-то там... Глаз восьмой или как они поют. И там видели этот ролик? Да, да. Это вообще не так поется, как мы поем. Да, не так. Это ой, там эхом где-то идет где-то. Так думаю, может быть, действительно так. На плохое-то ничего не было, и соблазна никакого не было. Игорь. В смысле? В смысле том-то, если это от Бога, к тебе Бог помощником дал, она из нас-то не оказалась ни одного такого. Нет, почему Виктор Андреевич же все время был? Ну тогда рассудите, что было. Я стоял рядом, я не отходил никуда. Игра теней, наверное. И те, которые Володя, скажем. Вот, ты снимал, видел кого? Нету. На снимке было, он снимал, все. Прямой репортаж шел. Игнатий Ильич, за мной стоял стул, на который вы все время смотрели. Больше там ничего не было. Один стул ну, мог там да, только встать. Поговори с ней. Никто не видел. Так она что, не знает, что ли, этого? За мной стоял стул, на котором я присаживался. Ну, когда никто не достоин, если это ангел, никто не достоин был видеть, только наша сестра. Потому что она больше всех в прошлом году пострадала. За мной стоял стул, больше там никто не мог встать. Никто. А чтобы я мог поклониться еще вдоль этой аналогии, я стул еще чуть подальше, в стене практически. И я когда кланялся, там только один я был. Видите, какой я? Я один заполню места всех сестер на клиросе. Игорь там скамеечку поставил, а я только боюсь. Если она со стула соскочит, вот грохот-то будет. Я ему подошел, так и не садился на скамеечку, на стул и скамеечка вот такая еще. А вы меня как телефонный звонок, думаю, да что он на меня все смотрит? Читаю, поклонюсь, посмотрю, он опять на меня смотрит. Думаю, что не так, что ли? Помолите, что, соблазн, искушение какое, или что тут было? Тем более, видишь, шла, видела, хотела, слышала. Не повернулась, ну, я еще. Не, я спросил, вы доверяете, что она говорит? Она и Мюнхгаузен. Да, да. Я нормальная так-то. Ты сама себе справку не даваешь, проверить надо на луговую. Да, это, да. Ну, как тот же, я думаю, и никто, главное, это не смотрит на него. Ну, брат, ты такой вот услышал, допустим, тебе сказали расследовать. С чего начнешь расследовать? Свидетели были, ни один не видел. Ты что, чисто закроешь папку, наверное, и все, да? Я обращаюсь не к кому-то, к адвокату, к юристу. Ну, я вот могу сказать, что у меня что было. Я когда только первый раз приехал, в Татьяне Бруяке меня тетя Алла привела. И у меня спина болела, вот сейчас болит так же, видать, это рецидив. И я, когда тяжело мне было, я вот так назад, и вот так вот кулаки вставляю, знаете, вот сюда, вот здесь. И вот так отклоняюсь. А Игнатий Тихонович в этот момент дает команду Диме Дружинину, чтобы он за мной наблюдал. Я-то этого ничего не знаю.
И Дима стоит мне сзади. Я вот так вот выпрямляюсь, так больно. Он мне за руку берет, раз руку сорвет. Ну да что ты будешь. И, ну, в общем, короче, всякие неприятности мне. Ну, и вдруг Люда с Женей Янчуком запели «Честнейшего Херувим». И когда они запели, у меня мир перевернулся, я вообще все забыла. О спине, обо всем. Для меня вот как будто открылись какие-то уши какие-то, и как небо поет, и все розовое стало. Такое приятного цвета. Все лица такие стали какие-то, ну, такое непонятное. Я стою, смотрю, ну, что-то я понять не могу, что случилось такое. И у меня прям внутри все это поет. И я вот эту честнейшую херувим, несколько лет она у меня звучала, я еду там где-то в трамвай или что-то там, только сяду, и вот это, трамвай едет, тю-тю-тю, а у меня честнейшего херувим, славнейшего. Так, Игорь, и так смотреть что? За тобой, значит, для чего нужно было, о чем? В смысле смотреть? За тобой смотреть-то наблюдание. Ну, чтобы я правильно поклон... Правильно, ну там поклоны, не держать сзади на там поклоны, а там же поклоны не сделаешь, там же вот так все я стоят. Я прошу, Виктор Андреевич, что ты скажешь на Лерину Спальнева это видение? Ну, как я могу сказать, как верующий человек, я могу сказать, что это вполне может быть. Но от лукавого это не от лукавого, один Бог знает. Она не испугалась, я там спрошу некоторые, ну, чтобы дойти до нужды. Так, ну, ты что скажешь? Рельеф не видела. Ну, я, в принципе, чудес никогда не ищу в жизни. Поэтому, ну, было у сестры видение. Ну, ты бы сама, вместо нее ты могла это все увидеть, а потом еще и нет. Как это будет? По житиям святых такое было. Да, по всем должен быть. То есть почти везде. Никто никаких не был, не видел. Я тоже за то, что... Да, она удостоилась. Ангелы появляются. Ты заметь, теперь заходит человек, который вещи еще сразу. Не узнал, видимо, противодействие. Он посмотрел, мужик вооруженный. Надо было подумать. Из наших у нас никогда не было. Противник схватился за меч. Потом говорит, я воевода обучился. Вот так вот. Ну, кто имеет что сказать? Поднимите руку. Ваше мнение, особое или какое, так назовем? Мне радость только. И мне было приятно. Я думаю, если он моему корявому пению не перечил, то это явно, что так, не, не темные силы. Начались отзывы на то, когда пение там, ангелы поют где-то. Ну и священнику одному дали, и он говорит, дело в том, что если это демоны, то демоны не поют. Ну, я конечно. Тогда ему говорю, он, священник-то не знает ничего. Святой Авраами. И он начал петь, когда он обедал, и он запел. Какое? 118-й псалом. 118, да. Ну и запел, естественно, что келья только что не развалилась. Какой у него голос, то что было? А он допел, это, допел, когда он утер руку. Да, блаженный Господи, а ты какое отношение к этому? И он говорит, уже провалился. Ты какое отношение к этому имеешь? С Памбой было. Амба никогда Памба не смеялся и не улыбался. Суровый, строгий такой. Ну и бесы решили там. Взяли параш, где-то нашли перышко, может, от голубей. Канат привязали, и целой толпой тянут, не можем, помоги, чтобы он рассмеялся-то. Мимо он него. Он перекрестился, говорит, о, ну знал, что вы такие немощные, но что одну порошинку 40 человек утащить не можете, теперь я уже знаю. 40 это до того противно было, сразу все провалились. А он улыбнулся, он смотрит на них, что-то да, делал, да. И улыбнулся. Они закричали, папа улыбнулся, папа улыбнулся. Отец, я улыбнулся, что мне смешно, какие вы бессильные это. Одну порошинку. Одно перышко не можете утащить. А пытаетесь Господа победить? А я говорю, поет, поет. Потом священник ответил, не знаю. Но никто не говорит что-то. Что там пели? Такой-то мотив. Там пели там херувимскую. Бесы не это не поют. Это нет. Господи сил пели, с нами будет. Ну, вот такое дело. Мне единственное, что мне запомнилось, что... Вот он как бы поет, думаю, какой голос-то хороший. И Игорь раз останавливается, он дальше поет, а потом стал останавливаться, дело останавливается, он остановится. Тут еще вот я какой... напор ему говорю, да ты как-то не мог не видеть, такой парень-то видел ты. У Людмилы Степановны я туда не смотрю, я думаю, да, он и правда не смотрит. Потом еще у кого-то спросила, да никого а не было. А где он сзади стоял? Нет, я не видела, когда я там видела. Одна сестра, просто я наша. Не видела, не заходила. А, ты в другом. Она звонит мне, у меня икона замерзла. Мира прямо пахнет и идет, что делать? Я говорю, а ты
почему мне звонишь-то? Ну как? Куда? Я говорю, где это принимают? Там, Дмитриевский, там, Никольский. Отнеси, отдай священнику. Хорошо. Проходит несколько лет, и она сейчас опять. Опять там где-то, что-то где-то. Я говорю, ты дорогу знаешь. Все. Мы за этим не гоняемся, у нас это, а если бы были, мы бы отнесли. Я беру за основу то, что была при патриархии создана комиссия по исследованию икон. Там и Кономцев был, архимандрит, кажется, Павел Флоренский. Там задействовали геологов, биологов, кого только не задействовали. И они пришли к выводу, не нечистая ли сила над нами издевается, а мы голову ломаем здесь. Потому что то и сатана может поделать все, кроме креста. Ян Касьян говорит, если ты во сне видел крест, видел прямо распятие там, это на 100% от Бога. А почему? А у него материала нету. Потому что крест это любовь, а у него любви нету. Как просто разъясняется. А что он может Богородицы, а он не может, в виде Богородицы является. Христа. Притом в многократном житиях святых это говорится. Здесь я не могу ничего сказать, ну ничего не украл, да и ладно. У меня еще есть одна как бы, как только Володя начал меня спрашивать, и я начал говорить, и у меня потом мысль возникла, прям во время этого разговора-то, такая мысль, думаю, ну а почему бы нет? Ну, Господь послал вестника своего посмотреть, что мы там за канон такой поем. Мы же его совсем по-другому сейчас поем. Там же славословие Богу идет. Ну и почему Господь, ну, не решил кто-то там из высших сил прославить Господа вместе с нами? А вот если бы открылся он, сказал, я ангел, стоит здесь, кто поверил бы в это? Поднимите руку. Так, только и всего. Прямой репортаж. Я прочитал молитву, да воскреснет Бог. И да. Тогда после этого, если бы он не исчез, тогда бы я поверил. Или живой помощи. Ну, живой помощи нет, да воскреснет Бог. Я бы ему сразу вопрос задал, кто Кеннеди убил? Ну, или типа этого. Да больше дьявол знает. Ну, как это, Кораев говорит, когда Антихрист придет, говорит, ты что будешь делать? Я подошел, поздоровался и сказал, рад познакомиться. Рад познакомиться. Вчера выступает Ткачев отец Андрей, но я никогда не ждал от него этого. Ему вопрос задали о женском дне. Как раз сегодня, 8 марта. Он начал такое рассказывать, я в конце мог только сказать, краснопогонный комиссар, больше ничего, ни одного божественного слова, это женщина, это... он не сказал, что женщина горше смерти, другое место, через женщину все мы умираем, ну и дальше, перечисли все эти места, маленько ты глянь, через нее мы умираем, и дальше, завистью дьявола смерть вошла в мир, через кого? Ничего этого нету нигде. Женщины наши такие, она хочет быть красивой, поэтому ну, поклонитесь там, то другое. Ни одного слова божественного нету. Ну и, конечно, строчит раза в три быстрее меня. Вился как-то странно и повторялся все время. Повторял одно и то же много раз. Постоянно. Я удивился. Я знаю что-то, но о нем. Но такого никак не ожидал. Когда я его первый раз прослушал, у меня была мысль, он рано или поздно должен на меня броситься. Но когда на него сейчас на нем пропахали маленько, когда он сказали, женщина одна позвонила, батюшка, я исповедовал, забыл один грех. Тут еще вроде нету. Вам что, папа, на цепочке надо? Вас с вами как? Ломиком вас, да через колено. Ну и на него как поднялись там, и поднялись там Дворкины, и он сразу притих. Я о нем молюсь каждый день. Но теперь ему не до меня, я думаю. А почему он на вас бросит? Ну я открытый всем ветрам. Заодно монашество, заодни мощи, заодни комментарии к Новому Завету, к блаженному Пифилакту. Тут от меня куска можно не оставить. И вопрос ему божественный, я бы не задал. Ну, женский день, он вчера как раз украсил. А меня тоже спросили, я что, тоже ответил. Клару даже не вспомнил. Это самый развратный день. Ни в один день в году столько девиц не теряет девственность. Сколько насилия в эти дни. И кто его установил? В интернете выставлено. Давно уже было. Сейчас его раскопали и выставляют. Так. А ты поверил или нет, говорит? Златоуст говорит, если ты не поверил, что это ангел, ошибки не будет. Господь похвалит за бдительность. А когда поверил и поклонился, а там копыта. Схватили Исааки наш и давай бадминтон из него делать, кидать. Я целый год почти не ел. Не знал, как ложку держать, зачем рот. Полностью все, никакая психиатрия не поможет. Пришел в себя.
И там написано, и в отдельной келье жить не хотел. На меня смех нашел. Надежда Васильевна, к тебе дьявол ты подошел сейчас как раз. Житие святых, считаешь, мне не было нигде так смешно, как на это. Я считаю в это время. А на первом этаже, строительном, там, где живем-то, барачного типа, один этаж, первый этаж. И вдруг одно окно огромное, такое, ба-ба-ба-ба-ба, вот так вот. Я насчитываю, и все это на пленке. Ну что, Надежда, открывать будем? Как бы я один был на коридор, а то четыре человека постояли, помолились. Ну, кто-то приехал с Новосибирска, давай, перекрестил, вышел. А снег намел все, ни следа перед окном, нигде ничего нету. Чистый снег, как бы летом было. Что это? Тут даже говорить не надо. Кто-то, не задевая снег, сумел подойти, ударить в окно недовольно. А недовольно, потому что Исааки победил его все-таки. Пошел Исааки Пещерский, пошел опять в келью отдельно, и дальше полная победа была. Мне сделалось смешно, что он там пробыл, и уже не хотел обратно идти. Смех напал на меня. Я не смеялся, а просто внутри. А Надежда Васильевна сразу меня и на место поставила. А вот к тебе тоже сатана подошел. Я еще хотел сказать про 8 марта. Вот он сильно, этот мирской праздник, влияет на детей. Потому что захожу, смотрю, цветы стоят на столе. И это, Марина говорит, мне мимозы подарила крестница. Я говорю, Инафа, ты что, это крестную свою это с днем весны, что ли, поздравила, что весна пришла? Она, да нет, с 8 марта. Я так удивился. Я говорю, ты с 8 марта поздравляешь? Ну это же праздник женский. Я говорю, а настоящий женский праздник когда? Она, ну, день мироносец. Я говорю, ну ты молодец, правильно, день мироносец. А при чем здесь 8 марта? А когда день мироносец? Я не знаю. Я говорю, второе воскресенье после Пасхи. День мироносец. Все легко. 19-го, да? Значит, 26-го будет день мироносец. Тогда давайте будем там поздравляться. Только поздравляться, прочитав сначала, что они сделали с женой мироносицы, кто они были. И тогда все будет ясно. Там не было Марии Египетской. Там была Мария Магдалина, была Мария мать Якова. Это, кажется, Богородица. Ну, надо много чего знать. Сестры были его и братья, которые, один из них Иуда написал послание. Мы знаем, его убили. Яков другой, и брат его, тоже послание написал. Тоже его убили. То есть вот, а здесь, ну, с чего это, откуда? Вы смотрите там, что поздравляют там учителя, там вот эти ваши сверстники там вас поздравляют и так далее. Так вы там встаньте и скажите, я не праздную это... Это не мой день. Поздравьте меня 26 апреля. Тогда я приму еще поздравление. И то, как поздравите. А то здоровье тебе там, счастье там наложит там, чтобы у тебя там муж был богатый, там миллиардер и так далее. Ну, ни в какие рамки не лезет. Надо как-то смотреть, что там за хвосты у них растут, у этих детей-то, которые в школу ходят. Да потрубать их. Я могу сказать, в жизни у меня, может, кто не слышал это сказать, дважды было это. Тоже я не определил, но для себя-то я знаю. С работы, когда в Искитиме работал, ну все уезжают, а я пешком иду там километров 4, наверное, до реконструкции города на другой стороне. Через лес пробил дорогу и всегда. Домой иду, дома ничего у меня нету. Один. А ключ, вот если отсюда брать, ну до той стены, где вот машина ставите, самая последняя, далекая, к сарай там. Я иду к сараю, конечно, зима, ни следа, ничего нету. Я подхожу к ключу, гляжу, вроде пар идет, я наклонился, а большая кружка, наверное, литровая. И на ней два ломтя хлеба лежат. Я там, ко мне никто прийти не может, я чужой для всех, я там поселился только на квартире. Один в доме. Я взял, теплый, а на улице мороз сильный. Когда, кто был раньше, тот не было бы, кто пришел, ну, взял, перекрестил, вкусное, хорошее. По сей день не знаю, кто обо мне так позаботился. Ложись, один раз стоял в очереди на втором этаже в Новосибирском вокзале. В очереди доехать до Барнаула. И в это время бабушка одна подходит со слезами, денег нет, где-то куда-то делись, а у меня деньги как раз доехать? Я говорю это перед Богом. Я деньги-то вытащил, отдал ей, из очереди вышел, а у меня больше нету. Думаю, я-то пойду договорюсь с машинистом как-нибудь, ну мало ли еще.
Иду уже к машинисту подходить, руку сунул. Это же самая трешка моя лежит целая. Обернулся, никого нигде нет. А деньги-то была-то она новая. Я номер-то не смотрел, а новенькая лежит. И больше у меня нет. У меня ничего никогда не было. Вот такое чудо. А когда нападала реально, это было. Где меня приняла на квартиру одна, Захарова, Улита Григорьевна, у нее несчастный случай. Мужа взяли на операцию, умер, операция простая, говорит, зарезали. Дочь вышла замуж, с военным в Болгарию уехала. Второй сын пьяница. А третий сын, сноха восстала против. И сына Колю взяли, не полных 18 лет, до армии, один армеец. И такие бывают водонапорные башни, а там сначала холм, земля. Их туда поставили, не закрепили машину, а они там двое в люльке-то. И она пошла, люди идут с работы, и видит, она пошла, и об асфальте сразу два трупа. И у нее дом пустой. И она меня одного оставила. А я там, сестра была, сестрой моей, она мало там времени была. И вот как только стемняется, кто-то ходит, кто-то стучит, а дом отдельный, пяти стены называется, посередке вот так разделительно. Когда я остался один, и в это время я конспектировал Златоуста, трехтомник. Сзади как будто кто-то и говорит, сейчас я нападу на тебя, ты сойдешь с ума и ударишься в окно. Я сразу на колени и молился. Не слышал, не видел мысль. И у меня такой холод, пока оно тогда уже пройдет все. Дальше ложиться спать, а тебе ключ туда нести, за углем идти. Как свет погасишь, я на тебя нападу. Теперь я уже свет нигде не включаю. Ложусь спать, все на ощупь где-то. Целую неделю эта горячка была. И все, ушел по сегодняшний день. У меня опыт маленький, но это было. Сижу, занимаюсь Словом Божьим, в это время нападает. Я сразу прям тут же падаю на колени и молюсь, и наконец отступает. У меня в книгах это написано. Ни разу не видел, ни разу не слышал ни одного слова. У меня не было никаких видений. Считаю из-за того, что мне это не надо. Игнатий Тихонович, единственное, что я эту ночь спала хорошо. Мне так радостно, у меня ничего не болело. То я покланяюсь, у меня болит. А тут всю ночь прямо, я утром проснулась, ну, ничего не болит. Одна чокнулась. Не надо, не надо, ты и так хорошая. Ну что, слава Христу. Слава Христу, аллилуйя. Община твердо стоит. Кланяться не будут неизвестны. Один есть экзальтированный.